пятницу мне довелось выступать перед ребятами, в основном начальной школы. Это мои ребята, мой возраст, которым я отдала большую часть своей жизни. И, конечно, когда я читала им свои загадки, стихи, я была счастлива. Потому что такими глазками они смотрели. Ну, спрашиваешь, они отвечают. И потом, выйдя из библиотеки, девочка меня обняла и сказала: «Я вас люблю, вы мне очень понравились». Конечно, это приятно. И, наверное, я просто впервые, наверное, за все 4 года, которые преподаю подготовку к школе в детском саду и веду у малышей, непосредственно группу и замещаю других воспитателей, наверное, первый раз мне отгрустнулось, потому что я поработала с детьми именно школьного возраста. И ничего больше, никакая лирика не шла, а просто вот именно школьная тематика такая. Взяла ручку, села и написала. Все очень просто. Представьте, что мы на уроке русского языка. Тема склонение имен существительных. Костер, ребята, разожжем. И песни у костра споем. И скажем, рады мы костру. Костер не гаснет на ветру. Довольны будем мы костром. В костре картошку испечем. Вот так с детьми по падежам. Словно подъем по этажам. Окончание изменяем. И новые знания получаем. В общем, все так просто.